Итак, ребяточки, давайте попробуем продолжить наши бои. Опять же, либо будем в двух турнирах сражаться, либо в трех. Сейчас как пойдет. Ну, на этот раз давайте начнем с кайнозоев. В прошлой серии мы сражались с гиенодоном, мамонтами и все в целом. Так, сейчас же у нас глиптодон. То есть у него слабый удар. Это очень хорошо. Допустим, можно поставить динотерия, и он не сможет его пробить за один удар. Это, в общем-то, прикольно. Динотерия. В смысле, не динотерия, а индрикотерия. Ибо индрикотерия имеет преимущество над глиптодоном. Но он подменится, скорее всего, на Таликосмила. Там его встретит Титана Боа. И... ну и пусть будет Таликосмил, конечно же. Ну, погнали. Не защищаемся. Хотя Таликосмил может нас за один балл пробить. Нет, не может. Ха-ха-ха. Отлично. Блин, надо как-то эти внимательно рассматривать. Хоть бери данный листочек, записывай, на что способен или не способен наш противник по силе удара. Нужно запоминать силу удара у каждого противника перед началом боя, ребята. Это помогает. Точно то же происходит, что и было в прошлой серии. Мы точно так же начинали. Он нас не проатаковал, в защиту не поставил. Вот один в один. Противник себя ведет вообще как под копирку. И проатаковал на все пять. Это вообще идеально. Идеально. И у нас там идут два ледниковых представителя. А Титанобо у нас как раз их любит кушать. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Даже вот так вот сделаем. Потому что Таликосмил нас атаковать не будет, он подменится, на это потеряет еще один лишний балл. И, соответственно, он не сможет проатаковать нас больше, чем на 3 дипротодоном. Ой, каким этим дипротодоном? Броненосцем. Вот он подменяется на глиптодончика. И нас даже не проатаковал. Блин, они так... Что я только что сделал? Ну ладно, подменился, так подменился. Все-таки Титанобоа нам более важна, но нужно было Титанобоа пробивать все-таки. Я что-то какую-то ерунду только что сделал, но она не смертельная. 5 атакуют на 4. Я думаю, мы сейчас тоже разрулим эту ситуацию. 4. И даже если у него там будет 1 балл, вот раз, два... Ну, блин, 3, это я вообще уже перестарался. Наверное, нужно было 2 ставить. Но он балк справедливости ради, ребята, защиту не поставил. Он перенес. Ну, 2. 2 нужно было ставить. Хотя нет, смотрите. Хотя нет, наверное, блин, если бы я 2 поставил, он бы нас мог пробить. Но он все равно атаковал не на все 5. Это было глупо с его стороны. Блин, как высоко, смотрите, стоит Титанобо на Таликосмилом. Она просто глотнет и не заметит его. Ей надо таких Таликосмилов напочковать штук 10, чтобы она наелась. И, блин, мамонтов надо поглощать. Ну, с такими размерами, как она у нас нарисована в игре. Так, ну нормально, мы справились без проблем. Давайте заглянем еще раз сюда. Что у нас здесь? А, у нас здесь, кстати, хорошо все получилось, потому, я думаю, предлагаю сделать вот так. Раз у нас так все идеально здесь сложилось. Можно было бы его и кусить. Я, наверное, за 2 удара все равно его не пробью. Надо бить 3. Так, ну этот ведет уже себя по-другому. Этот, смотрите, агрессивный какой. Но ничего, мы свои баллы накопим. Он снова проатаковал нас на 2. Это, конечно, не по феншую. Ну, придется мамонту разруливать здесь. И бронтотерию, точнее, даже. 3. Атака на все 3, это хорошо. Когда противник проатаковал нас полностью, вы знаете, что у него ничего нет в защите, это очень хорошо.
Раз, два. Он покойник. Раз, два, три. Чтобы мамонт у нас точно выжил на следующий ход. Да, два мы вряд ли выдержали. Он сейчас, скорее всего, проатакует нас. Четыре. Атакует на три. Все-таки приберег один балл. Но мы вообще не получили дамага. Значит, мы ответим ему сейчас на раз, два... Ну, на три ответим. Снимем полторушечку. Чтобы он не борзел. Вот, мы ступнями стукнули, а он кулаками стукнул. И проатаковал нас по полной. Это отлично. Значит, мы победили. Потому что Брантотерий имеет бонус над пещерными. Степной над пещерными. И он сейчас их легко разбросает. Надеюсь, там у него баллов нигде не осталось. Блин, хотя надо было 3 поставить в защиту. Ну, хух, у него 763. Не по 1000. Два удара мы вынесем. Он проатакует. Всего лишь на 2. А у нас, смотрите, Брантотерий какой шипами обросший какой-то, как будто бы он панцирь. Как-то не обращал внимания, что он такой у нас. Я все на роги, да на роги смотрю. О, давно я не видел такую суперку. Это прикольно. Ох ты, блин, напоминает Бибопа и Рокстеди, когда он стоял на задних лапах. Кто согласен, ставим лайк. Крутим рулеточку. И таким образом мы получили архиат Саркастадона. И прошли этот турнир. Так, прошли наш турнирчик. Там была рулеточка, да? Ну, у нас еще остаются... Давайте еще сделаем один боечек вот-вот здесь, ребятки. Напоследочек, так сказать. Там, трам-пам-пам, парам-пам-пам. Так, Мозик. Против Мозика возьмем вот так, вот так. Он подменится. Так, что это я такое делаю? Вот так. Он подменится на Архилона, например, или на Ромалиозавра. Что-то он любит подменяться не на второго, а на третьего. На Ромалиозавра, и тогда у нас получится два рифовых, а Мозик будет последним. Как раз Ромалиозавр будет нормально тащить против Архилонов даже, и его там, если что, подстрахуют братишки. Ну вот так еще давайте. Так, атакует на один, нам вообще по барабану на это все дело, честно говоря. Мы один поставим защиту все-таки, чтобы мы выжили на следующий ход, и проатакуем. Делаем вот так. Противник тоже решил поднакопиться. Хотя, что-то нет, ничего не накопил он. Атака на 2. Нас пробивает, конечно же. Ну, всего-то не хватило там какие-то 160 баллов. Так, а у него один балл остался, да? Ну ладно, это не беда. Раз, два, мы его не пробили, три пробили. И давайте будем разбираться уже Генодусом. Мозик нас сможет сейчас пробить. Без проблем. Но будет ли он это делать? На 4. Слава богу, что не на 2. Так, раз, два, три. И раз, два, три. Много пришлось баллов потратить. И в защиту поставить много. Слабоват удар, конечно. 30-й Генодус, это самый слабый, который у нас был. Блин, тут наш придется бить 4 балла, наверное. Но опять же, он попытался нас пробить. А мы к этому были готовы. И вот так вот легко, изи-бизи, изи-пизи, или как оно там звучит, мы прошли, ребятки.
Так что, надеюсь, вам серия понравилась. Не забудьте поставить лайк, кто увидел вот эту вот трещину в стене, которая вот тут вот так вот блестела. Текстурочки не состыковались. Так, ну а на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.